Всем доброго утра. Веду свой репортаж вот с такого места уникального, которое есть в каждом дворе города Казани, вообще в каждом дворе России. Вот это самый показатель этой нищеты российской, то есть духовной нищеты. То есть это вот трубы, которые ведут к нам в дома тепло. Вот эта труба такая горячая, что на ней можно жарить яичницу. И вот она отдает свое тепло, да, вот... Россияне, они вот нищие духом, да, самое главное. Вот поэтому меня это. Я за 10 лет, сколько здесь живу, так и не привык вот к этой духовной нищете. Вот это все разорвано, сломано. То есть нищие, голодные пенсионеры вот за молоком стоят, им копейки считают. А горячий воздух вот подогревает, это небо подогревает. И люди тратят нефть, природные ресурсы вот на уничтожение своей страны.